Здравствуйте, товарищ. На нас вероломно напали изверги. Изверги. И мы потратили на них целую ракету. Мы не потратили. Все починить 1250. Сберем урожай. Сберем. Урожай собрали. Человечков перегробили наших. Так. Что? Кит наш. Что ж ты не уберег базу? Васенька. Вася. Василек. Василиск. Олег. Оп. Ух. Вася, Олегоп, ох, ну ладно, плыви с Богом, плыви, так, что тут еще устанавливать надо, и это, все перекроили. Так. Какие гадкие людишки. Вот я никого не краблю. А нас все время так и норовят грабить. Убивают нас, грабить. Ты их только воспитывал. Ничтоек. Молодцы. Как их? На хлебнички. Ничего не хотят делать. О. Саботаж. Саботаж военных действий. Расстрел. Без суда и следствия. Есть делять таких членов нужно. Они просто рекламируют наш канал. У них написано, что они с YouTube.com ганим. А так-то мы даже не общаемся с ними. Неодушевленные члены Альянса. О, смешные человечки такие. О, засадник, засадец. Тик. Оу. Одно только непонятно. Что он без повтора? 9 часов назад.
9 часов назад напали без повтора. Почему? Непорядок. Оборона. А где-то 18% от них осталось. И 25 000 украли. Дали нам за это 27 доктакс. Собачьи жетончики. Вот такие вот. Вот такие собачьи жетончики. Господи. То они горячих собачек кушают, то жетончики от собак носят на себе. Ужас. Вот. А мы не нападаем на людей. Мы компанию не проходили. А что-то она нам нужна. Компания. Вообще здесь уровень ни на что не влияет. Абсолютно. Что 99. Что 437. Что 32. Абсолютно ни на что не влияет. Единственная игра, в которой уровень ни на что не влияет. Только золото влияет. Получить золото. Это ежедневная пайка теперь. Каждый день приходите и денежку получаете. Или золото, или бриллианты, понимаешь, или сапфиры с изумрудами. Получаете. Сейчас 50. А, я же сказал. 50 это тоже хорошо. Это лучше, чем ничего. Главное, не платить здесь вот эти золотом. Один раз в день крутануть. И все, и хватит. Ну, в начале игры мы, правда, все время все золото тратили на это. Не все. Мы 5 тоже запускали за 5 золотых. И зато у нас увеличилась вот эта вот. Эта вот штучка увеличилась. Не знаю, как она называется. А, припасы. Припасы. Количество припасов увеличилось. И мы получили возможность на ранней стадии игры прокачивать стены. Стены, когда увеличивается уровень вот этот вот, стен, не увеличивается уровень базы. Вот этот уровень не растет, когда строите стену. Почему-то обозначено гамбургером или чизбургером. Непонятно. Или мне кажется, что это гамбургер, чизбургер. Чизбургер, гамбургер. А выглядит как чизбургер, гамбургер. А на самом деле это не чизбургер, а мешки с песком. А мы-то думали. А все не то, чем кажется. Люди, будьте бдительны. Видите, что творится? Видите? Укрепление это называется. Вот когда строите укрепление, у вас не повышается уровень. Если вы не проходите кампанию,
у вас не повышается уровень. Если вы не нападаете врагов, у вас правильно не повышается уровень. Если вы не прокачиваете свои вот эти вот наступательные сооружения, у вас вот это вот, если вы это не делаете, бух, не повышается уровень общий. Не повышается. И если вы прокачиваете свои войска наступательно-оборонительные, тоже не повышается уровень. Чего это? Получено достижение. Достижение получили. Теперь распечатаем его, стекло засунем и повесим на стену в офисе. У меня, понимаешь, достижение. Я 1700 танков изготовил. Вот этими вот руками. Такой крутой прям. 749 танков. Этими руками на военной ферме вырастил. Понимаешь? Так. Значит, 18% от них осталось. Интересно, они потеряли друг таксы от того, что мы выиграли? Или нет? Где-то 27, а до этого сколько? Плюс 8. А чего 27 теперь? Почему мы 27 получили? Здесь вообще никого не осталось. Он ничего не смог украсть. И только 8. А может это... Может он не потратил. А это не сколько осталось, а сколько уничтожено. Мы уничтожили 18% нападающих. Нет, не нападающих. А их полная... Полная армия. Его армия... Он ввел в бой только 18%. А потом, наверное, сбежал, капитулировал. Потому что вот этот вот тип, мы смотрели повтор, он просто зашел, глянул на нашу базу и смылся. Он не ввел ни одного, ни одной единицы нападающих. 0% потерь. У этого 34% потерь. У этого 18% потерь от общей численности армии. А вот почему теперь нам прибавили 27 доктаксов, а не 8. Вот в чем вопрос. Непонятно это. Ну ладно. Теперь у нас 1142 доктакса. Доктаксики. Сайлент Ассасин. Кого-то рекрутируют. Зовут к себе. Идите
Усасины. Там вас научат убивать ни в чем не повинных. Чао, Маури. Маури шмаури. Велкам. Юту. Винидио. Vieni in Italia, Italia, con noi, bambini, muchachos. Вот такую прелесть приобрели. Всего за 500 золотых. Но мы денежек, к сожалению, не тратим. У нас денежек нет. Нам не донатят. И мы не донатим. Но наш канал не для зрителей. А для нас. Просто надо же чем-то заниматься в этой жизни. Вот мы и занимаемся. Но ради себя, а не ради зрителей. У нас нет такого что. Что бы вы хотели увидеть в следующей передаче? Нам важно ваше мнение. Нам не важно. Ничьё мнение, мы запросы телезрителей не удовлетворяем. Ой, действительно, два танчика. Ля-ля-ля. Ой, врежутся сейчас. Ай! Ай! Ой, сейчас задавит кролика. Ой! Нет, обошлось. Вот ёлочка. Весной и летом чего-то там зеленое стоит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Биби! Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Вот сейчас протаранит его. Олежка. Ну, мимо. Что же они все не попадают сегодня? Чук, это таксист плохой охотник. Если бы Чукча дверцу не открыл, ушел бы бабка. Однако. Ну, пух, протаранил. Молодец. Вот Олежка. Ля-ля-ля. Подручный Санта-Клауса. Правда, у него еще носик должен быть. Лампочный. Вместо носика светодиодная лампочка должна гореть. Неугасимым этим. Как его? Вот этим вот. Пламенем. Гореть прям и все. А, что понаставил здесь? Люди ходят, завоевывают, мародерствуют на нашей базе, понимаешь? А мы им мешаем. Вкапываем какие-то противопехотные мины, между прочим, запрещенные международным правым всяким. Видишь, что понаставили? О, засады. Люди сбросят сюда десантников, а эти повылезают, начнут стрелять из пистолетиков. Ужас. Вместо того, чтобы с хлебом, с солью встретить захватчиков, как это в некоторых странах принято. Не буду называть фамилии, хотя все и так знают.
Вот так вот. Видите, что творят? Видишь, мины как понаставили тут везде. Проехать невозможно. Видите, пушки. Видите? Вот и молодой человек какой-то. Увидел пушки и понял, что лучше сюда не лезть. Себе дороже будет. И правильно понял. Какой хорошенький. 500 золотых за эту тушу любви. Самый маленький из китов. Еще и пасть открывает. За те же деньги. Симпатичная игрушка. Только из-за этого эту военную ферму мы и содержим. Бесплатно. Бесплатно содержим содержанок. Пилорама летает. Вообще-то, положа руку на это самое место, это никакой не ударный истребитель, а самолет-разведчик. Что-то они попутали. Ну ладно. Тик. Что там бомбини написали? I need some of them green crates. Ага. Сейчас отгрузим миллион припасов. Green боксов. I need some. Да. Ну ладно. Петерсон. Генерал, понимаешь. И он кусочек хочет. Генерал хочет кусочек якобы 420. Якобы. Якобы. Полик, наверное, какой-нибудь. Шепрошу. Королева Рада Народова. Хе-хе-хе-хе-хе. Лёлик и Болик. Ой. Нет, нормально. Жив. Вот. Вот так вот. И живем тут. Не ждем тишины. Все время какая-то зараза так и норовит нас ограбить. Невозможно работать в такой нервной обстановке. Вот. Ладно. Сейчас мы перейдем к другой игрушке. А вот она, другая игрушка. Говорится. И сколько у нас тут еще? 5 часов 46 минут. Это мы улучшаем что-то. Улучшаем.
cred că nu, da. Problematică, recentă. Poza? Ой, сколько книжек. Камушки уже некуда засунуть. Ужас. А, мы хотели построить. Мы хотели построить камушки. Металлический сундук, это для денежек. Камушки. Одна минута 57 секунд. Будет строиться. Почему-то здесь строители работают исключительно. Ключом. А, понабежали. Толстые главные такие. Как собаки. Здесь нас тоже грабят. Люди, ты чего, бесстыжие люди? Особенно разработчики. Все время приучают детей грабить, убивать, воровать. Всякие другие подлые вещи делать. Чего они хотят? Добиться этим. По-моему, нужно быть полными идиотами, чтобы такие игрушки выпускать. Самые же главные герои в игрушках — это подонки какие-то. Так. Кто-то пришел. Это мы достроили, это мы перестроили, это мы достроили. Пришлось еще строить эти самые, как всякие хранилища. Потому что кончается на У. У. Кью. Ничего она. А. Ты куда-то надо разместить. Разместить. Тить. Тить разместить. Разместить. Это надо. Бонус. Так. 5 минут. 5 минут. Ой, 59 минут. Час целый. Регулярные грабежи помогают нам, помогают помогают нам регулярные грабежи
помогаю раз разгружать склады. А склады пришлось строить, потому что не накопить иначе. Не вмещает 197 тысяч досок. Склад для досок. Или для досок. Не вмещает. Максимум вмещает... Сколько? 161 тысячу. А нужно 197. Чтобы базу, командный центр, был апить. Повысить уровень командного центра до 11. А чтобы увеличить склад, нужно иметь командный центр, уровень штаба 11. То есть замкнутый круг получается. Невозможно накопить, потому что недостаточный размер склада. И невозможно улучшить склад, потому что недостаточен уровень штаба. Это чтобы люди переливали и 500 почти кристаллов без двух 500 тратили на эту муть. А кристаллы — это не просто так вам. Это, $100. 14 тысяч кристаллов. Вот сейчас все бросим и будем за доллар покупать 140 кристаллов. Это не получится. Это не получится. А за доллар можно купить не 140 кристаллов, а меньше. Вообще за доллар ничего купить нельзя. За $5 можно 500 кристаллов. Да чё люди жадные, господи. А что уж я, бессеребренник, и тоже не потрачу на такую муть. Денюшку. Мне совесть не позволяет тратить на игры деньги, когда... В Африке дети голодают. Да что там в Африке? В Великобритании голодают дети. Фонд помощи голодающим детям открыт. Не где-нибудь, а в Великобритании. Дожили. В Великобритании голодают дети. Видите, что творится? Да. О, кристаллики бесплатно. Хоп. Но очень редко. А в Готл Исланд за день можно около 50 золотых слитков найти. Если все время сидеть и собирать ящики, которые на парашютиках спускаются. Сидеть в игре безвылазно. И собирать ящички. Небесное золото. Sky Gold. Как мы это называем. Мы любим Sky Gold. Все любят Sky Gold. Только если оно на балду не падает. А если упадет, человек в год погибает. От того, что кокос падает на голову. И 300 человек в год погибают от
нападении гиппопотама. Гиппопотамчики такие, утю-тю-тю-тю, с ушками, утю-тю-тю-тю-тю. Они ушками, оказывается, шевелят в том случае, когда хотят показать, что их намерения серьезные. Если что, так наваляют, что мало не покажется. Вот так вот. Коты раздраженно шевелят хвостиком, если им что-то не нравится. Гиппопотамчики ушками. То же самое. Когда хотят угрожать. Вот здесь можно час просидеть, и ни один сундучок не появится с кристалликами. А вот в Bottle Islands такая прелесть. Прям сыпется золото с неба, и все. Хоть ты тресни. Сыпется, и все. Разведать. Дать. Разведать. Разведать. Ок. 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 Атаку! Трах-тверёх. Вот я так и знал, что собака это... не погибнет. Собака. И это тоже не погибнет. Ой, вот сволочи. Ну ладно. Так, ну погибнут наши человечки. Что делать? Кто-то же должен погибать. Без потерь. Это замечательно, что без потерь. Лазутчик. Чем дальше, тем страшнее. Ну, азилу. Вот зараза. Вот заразы какие. Все мимо кассы. Красит, а? Ну ладно. Убьют девушек наших. Убьют. Даже не соображают, что нужно сначала в них. А потом, да, какое количество теток уладывали. 11 штук. Нужно было их придержать. Придержать. Ну ладно. Сейчас мы их вылечим. За бешеные деньги. За бешеные деньги. Вылечим теток. Скоро будем покупать эти какого-то. Так, ну, на 11 уровне можно будет покупать. Здоровье 2300. А в секунду сколько это? А вот урон в секунду 130. А денежек сколько? Расходы на тренировки 8000. Ужас. Нужно место 8. А, один танк. Один танк, а у нас столько и не поместится. У нас столько... сколько? А, 12. 12 поместится.
Один танк. А так нужно 16. Так, 16, так, 12. Нужно прокачивать будет. Это не надо. А, вот. Плюс один. Обалдеть. Один. Ты сколько ж нужно? Чтобы всех не гробили сразу, нужно их разных участков выпускать. Сюда, сюда одну, сюда, сюда, сюда одну, сюда, сюда, сюда. Ох. Чтоб толпой не шли. Это мы просто смотрим. Просто смотрим. Что тут делать? Орудие. Пулемет. Все равно тетки лечатся пока что. Пока что лечатся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Вынуждает нас нападать на себе подобных. А мы не нападаем. Мы не нападаем. Зачем детей грабить, убивать? Нехорошо. Нехорошо это. Это можно угробить. Попали. Но собаки. Ох. Так. И поехали. Теперь нас уже никто не стреляет. Все равно, что база не стреляет. Вот в игре Guns Up база хоть чуть-чуть, но сопротивляется пулеметчиками. Бух-бух-бух-бух-бух. Да, кристаллики не дали. Собаки. Денюшка. Досочки. Это у нас на
на две штучки увеличится. Хорошо бы этот корабль прокачать и всех уничтожать. Не используя десант. А максимум прокачать его. Но это тоже ограничение будет по уровню командного центра. А максимум не прокачать. Пока командный центр не прокачан по максимуму. Почему у нас не вырублен лес? Потому что, во-первых, это ограничение по командному центру. Вот. 13-й уровень командного центра требуется, чтобы вырубить кедровую рощу. А у нас 10-й уровень. Но еще мы экологи идейные. И мы не любим вырубать деревья. И так хорошо. Вот валуны потом уберем. А деревья будем в самом крайнем случае вырубать. Пока у нас есть территория. Кораблик достает по всей территории. Если грабят нас, или мы кого-то грабим. Куда бы не разместил штаб. Ну и другие сооружения кораблик может достать в любом месте острова. Другое дело, десант будет долго идти до вашей базы, например. В общем, нам нравится лес. Мы не хотим его вырубать. Невзирая на наши военные милитаристские потребности. Не хотим мы все вырубать. Вот ребята работают, не покладая рук. 40,5 минут им еще работать. Сталь плавится, досочки тоже там пилятся. Кедровые, чего кедровая роща? Булыжники, булыжница. Уже некуда складывать их. А, кстати, мы можем прокачать и не можем. А это мы строим. Кладовая. Нет, вот что мы строим. Склад для камня. Клад для скамня. Клад для скамня, склад для камня. Склад для древесины. Увеличить. Улучшить за 10 минут. Интересно, можно улучшить или... Только можно или улучшать, или... Ой, из тетеньки что-то выпадает нехорошее. Или это у нее следы такие? Следы. Так. Если вот так вот. О, шведский ключ у них, у всех, у рабочих. Разводной ключ. Разводной, заводной. Вот это колесико крутите, вот это вот. Эта вот штучка раздевается, раздевается, раздевается.
придешь еще, когда вот один полушестигранник. Вот должен быть, а не такая штуковина. Ну ладно. Хиот. Такая жизнь есть. Опасная, но хорошая. Но опасная. Трагическая. Здесь можно улучшение сделать. Начать улучшать. И параллельно строить можно. Улучшать солдатиков. И строить это самое. Еще можно сначала включить улучшение десантного бота, а потом включить строительство или улучшение здания. А если здание улучшается, то невозможно запустить улучшение десантного ботика или кораблика. И сложности такие какие-то. Вроде бы даже и солдатиков. Сначала нужно запускать улучшение, а потом строительство. Может, я путаю. 5 часов он еще будет улучшаться. А потом мы его заменим танком. А может, не заменим. Мы будем вынуждены танки использовать, чтобы победить вот этого аморального типа. Можно, конечно, вот так обойти, вот так вот обойти, хоп, и напасть. Вот если вот до этих штучек добраться, уничтожать их, получаешь денежку на ракеты. Ракеты. И можно здесь обогатиться, уничтожить вот здесь, уничтожить базу. А это все время нужно сигнальные огни десантникам показывать. Куда идти. А каждый сигнальный огонь 2 денежки. А может потом увеличивается. Потом 3 денежки, 4, 5 денежек. В общем, не напасёшься. Ну и танки тоже недолговечны. Сколько у этого дяденьки? А у танка 200 с чем-то. 2000 с чем-то жизни. Жизнь 2000 с чем-то. А у дяденьки, который улучшается, жизнь у него 1469. Ну, может, и не будем танк покупать. Может, проще пулеметчика прокачать. Только у него урон маленький. Зато здоровье хорошее. Можно все. Всех качать. И брать с собой разведку. Как в какой-то игре. Все виды войск полезны. Это не как Total Island. Все танками атакуют.
Apalagi kita dari suara uangnya. Здесь в идеале для каждой башенки свой род войск. Например, вот для этой нужны солдатики ближнего боя. Их у меня здесь нет пока. Здесь они были, но я ими... Я тетеньку у нас их взял. Вот если бы эта штучка здесь была, на нее лучше всего было бы человечков ближнего боя выпустить. А тетенек, наоборот, на пулемет бросить. Они могут отсюда его закидать ракетами. А может, не могут. Главное, что вот это вот против вот этой ступки миномета. Против миномета лучше использовать человечков ближнего боя. Человечки ближнего боя. Где они? Вот они. Дубиной гражданской войны. Вот такие ребята хорошие. Прям. Ну, угробишь ты стуку этот миномет. И куда их потом? К следующему миномету отправлять. С помощью сигнальных ракет. Огонь такой, дым, красный дым. Как когда эвакуируют десант, или когда летчик потерпел крушение, самолет его, он выпускает дым, дым на земле такой. Фаер. У болельщиков, у фанатов футбольных клубов фаера. Вот и у летчиков тоже такие. На земельку кладут, запускают, и дым такой. Пошел, дым, огонь. Вертолетчикам видно, куда садиться. А этим видно, куда идти, кого уничтожать. Фаеры такие. Прелесть. Вообще, игрушка никуда, конечно, но... Почему у нас так мало этих самых оборонительных сооружений? Потому что территорию бережем, то есть экономим для суперпушек, когда она там будет на 12 уровне штаба. Супероружие.
야. 여러분은 모두 is one 해가 war of nature another moon beach 나 еще одна игрушечка. Игрушечка, игрушечка. Ура! Презент. Та-та-та-та-та-та. Усиление. Получай удвоенные боезапасы в ограниченном количестве боев. Только ПВП. Они... Мы не воюем, как всегда. Мы ни на кого не нападаем, а только героически обороняемся. Оборона. Героическая оборона. Нападать пошло. Радиоствовать пошло. Грабить, убивать, воровать. Все это пошло. Недавно в этих ежедневных презентах был набор карт. Одна из карт оказалась командос с вращающимися пулеметчиками. В этот раз нормально угробили, но сейчас сами же и взорвутся, подорвутся на своей же бочке. О, подорвались, а жаль. Но здесь бочку установили. Здесь еще все время что-то они дергаются, не знают, как обходить, куда обходить лучше. Еще им нужно жуткое время, пока раскрутится пулемет их. Их 10 раз успевают угробить до того, как они соблаговолят сами пулеметчица. Ой, сейчас разгромят. Ух, всех убили. Всех убили. Чок. Видите, что творят? Видите? Подлость такая. Еще и десант сейчас высадят. Зачем это? Зачем? Какая жестокость. Господи.
обращала на эту пошлость, если она только не отечественная. Отечественная война в защите своей родины – это лучшее. Лучший способ уйти из жизни. Героический. Защита своей родины от захватчиков. А лучше еще и уничтожить захватчиков, а самим остаться в живых. Это совсем красиво. И замечательно. Но ведь они не успевают раскрутить свои пулеметики. И каждый раз, когда в них попадают, они заново раскручивают пулеметики. А вот это вот успело. Ох, вот видите, что творят? Видите? А вы им одной ракеты, так они две. Наш окопчик. Бруствер наш. Вот видите, какая? Сейчас он поплохеет. Но этот живучий. В отличие от наших пулеметчиков. Этот очень живучий. Вот у него кашель, насморк, всякие поносы. Но справляется. Видите? О! Справился. Но погиб.
Nah. А как же нас травить? Да. А если печь в костре? Ну ладно. Главное, чтоб оставались. То не отравимся вовремя и это. И ни на что не будем похожи тогда. Ни на что похожи. Смотреть без боли. Такие вот дела. Улучшить 1500. Улучшить 1500. Опять 1500. Улучшить.
Então nós olha, agora. Duas rodas. Vou улучшить. Тоже можно. Это лучше. Все равно и ту, и другую, любой другого уровня разгромят с помощью ракеты. Что деревянную с помощью ракеты, что железобетонную. Для красоты, а, оценимся, единообразие какое-то, ну это 41 уже, и все одинаковые, а это лучше, возможно, это тоже невозможно улучшить, это уже по максимуму прокачано, это невозможно улучшить, потому что здесь вот это вот, очки защиты, очки постройки, вот. Откуда они берутся, непонятно, по-моему, когда нападаешь за чужую базу другого игрока, тогда начисляются очки постройки, так как мы мирные люди.
на наш бронепоезд стоит на запасном пути, то где пихто? Если улучшить уровень базы, то увеличится до максимума размер базы. И увеличится время для нападающих, за которые они должны захватить нашу базу. Площадь базы увеличится. И увеличится время, которое отводится на захват базы. По истечении этого времени прекращается, что взяли они нашу базу, не взяли. Это никого не касается. Так что нам невыгодно улучшать нашу базу. Она все равно не может отстреливаться нормально. Но лимит бойцов ПВП плюс 3. Плюс 3 бойца. И что это решает? Ничего не решает. Такие у нас карты здесь. Что-то они так редко появляются, эти наемники. Вот эта карта. Это наши командос. Две штуки через каждые 45 секунд. На наемнике не написано, с какой периодичностью должны возникать. И должны ли вообще возникать. А это не выбрать. А, эти карты не суммируются. Бегу! Я бегу! Так. Немного перестроили базу. Поэтому нас будут чаще уничтожать. Надеюсь, что это взаимно.
Сейчас будут убивать опять. Сейчас будут убивать. Опять убивать.
Сундучки с кристаллами здесь появляются очень редко. Все эти кристаллы большие не выпадают. Огненные шпаты. Внученные шпаты используются для строительства совершенной энергетической колонны. Не совершенной, а великолепной. А это энергетическая, а это совершенная как раз, а не энергетическая колонна. А здесь что? Там написано. А это малый энергетический. Она не малая, а маленькая. Все перепутано у них. Господи. Малая энергетическая колонна у них здесь называется в описаниях. Это просто энергетическая колонна, это совершенная. А здесь написано маленькая, совершенная, великолепная. Все через жопу. А что делать? Что делать? Ужас. Да. Да. Ну что делать? Молодец, здесь все в порядке.
русско-российском, потому что российская фирма разрабатывала одну из их игрушек, посвященную военно-морским сражениям. Футы-нуты, лапти-нуты. Какой-то танк хотят нам продать. Но мы не покупаем танки. О, как плохо. Чего они впилили мне третьего-четвертого уровня? Нет, третьего уровня. Один танк я четвертого уровня прокачиваю. Сражаться. Остальных у меня четвертого уровня нет. Вот еще этот самый. Сердце. Ну, не буду выполнять эти задания. И всего делов. Еще можно прокачать. А что выполнить? Задание. Выполнить, а потом продать. Ну, здесь всего там 1200 опыта дают за все. Ну ладно. Все. Так. То есть подарок. Подарок возьмем. И закончим с этим. 5 бустеров. Ну сколько можно этих бустеров? Хотя бы золото подбросили. Подбросили так. Оп. И все. Ну ладно. Всем привет. Не буду говорить. Подписывайтесь. Лайкайте, расшаривайте, делитесь и размножайтесь. Не буду это говорить. Вы и так все сами знаете. Берегите себя.